Thank you.
Чувак, ты прикольно поешь, но мы без вокала играем, к сожалению. Но поешь круто. Thank you.
собственно, следующая композиция про героя вечеринки, Юрий Гагарин. Юра простил. Thank you.
Ну чё, кто ходил в секонд-хенды? Вот, вот чувак ходил, вот это для тебя песня. Если что, мы называемся «Фалафель на углах». Не на углях, а на углах. Вот, у нас самое хипстерское название.
да, следующая песня называется «Разбитое сердце снова станет зрячим». Слишком ванильно, но, и, как я сказал, я говноед, и я люблю слушать макулатуру. Спасибо большое. У нас осталось последние две песни, и прежде чем мы начнем играть следующую, в общем, следующая песня связана очень грустная история. В общем, у нас был друг, и у него была группа «Стиральная машина». В общем, я всем советую послушать группу «Стиральная машина». Это отличная группа была. В общем, так как получилось, что этого чувака больше нет, и группы тоже нет. Но мы эту группу очень любим, и
Поэтому следующая песня мы сыграем специально для этой группы. То есть мы посвятили следующую песню специально для этой группы. В общем, песня «Стиральная машина». Мы сейчас пишем альбом, она будет там. Thank you.
Короче, у нас будет последняя песня сейчас. Заранее спасибо вообще всем, кто здесь сейчас вот стоит перед нами. Круто, блядь. Держится в начале. We'll be right back.
Спасибо, ребят, вы лучшие.